Не могу молчать. Хочу поговорить про продуктовую разработку и качество кода. О чем пойдет речь? Буду рассказывать про свою прелесть, про моего бота, который агрегирует мне контент отовсюду. А в чем проблема? И как это, как я вообще пришла к этим мыслям? Предыдущего докладчику Леониду огромное спасибо за отличную подводку к тому, о чем я сейчас буду говорить. Значит, во-первых, когда я начала этот проект, я начала его чистым красивым Rails-приложением Rails, чтобы быстрее добраться до результата и не экспериментировать с другими фреймворками. Потому что это просто, быстро, нагрузка меня не волнует. Добавила туда всякие прибуды для тестирования, покрыла свои точненькие модельки тестами, контроллеров там не было, вебки у меня нет, я ее делать не планирую. Написала интеграцию, все было замечательно, и потом бомбануло. Потом я оказалась в той ситуации, когда у меня идей, как можно улучшить, как можно сделать готовый продукт более качественным, стало сильно больше, чем времени на разработку. Я уходила утром на работу, я возвращалась вечером, я шла к моей прелести, я сидела, пробовала все выходные, так я прожила последние, наверное, дней 10, недели 2, и я все еще нахожусь в этом состоянии. Когда ты находишься в состоянии, когда у тебя нет времени на черт возьми, нормальное написание тестов, ты просто понимаешь, что ты либо сейчас пишешь красиво, да, и фича будет послезавтра, либо ты делаешь прямо сейчас, ты делаешь некрасиво, ты делаешь грязно, ты делаешь спагетти, копипасту, что угодно, но фичу ты сегодня получишь, сегодня вечером, и завтра утром твоя рассылка будет содержать, предположим, еще один источник. Одна из фич, которая мне не давала покоя, меня бесит, когда я перехожу, например, из почты в Ruby Daily, из Ruby Daily я перехожу еще на какой-то сайт, и в итоге полезный контент находится через 3-4 клика. Да черт возьми, надо сразу показывать полезный контент. Эту фичу я пилила, я ее отчаянно пилила, и это просто плюс тонна грязного кода, который у меня находится в проекте. Так вот, best practices. Все хорошо, но с продуктовой точки зрения best practices интересны, но не всегда. Если вы запускаете проект, если вы готовитесь и желаете доставить свою фичу очень быстро, иногда можно от этого отойти. Код стайл. Аналогично. Когда я хочу впилить еще какую-нибудь маленькую добняшку в свое приложение, мне плевать на код стайл. Код стайл будет тогда, когда я приду домой вечером, у меня не будет сил на новые фичи или кончатся идеи, наконец, и я буду сидеть и думать, как же мою прелесть сделать теперь красивым, прекрасным, чистым кодом, реюзабельным, с замечательной архитектурой, которая меня устроит, но нет. Прямо сейчас такой момент у меня был разулю. Один раз я пришла домой, и у меня было желание прям сделать чисто. Вот, пока это происходит не всегда. Качество кода. Аналогично про качество кода. Ваш код может быть ужасен, но ваш бот будет вас очень любить, потому что вы ему помогаете доставить фичу вовремя. Вчера, позавчера и сегодня тоже. Так что качеством кода время от времени можно пренебречь. Я думаю, что всегда надо смотреть на то, где вы прямо сейчас находитесь. Либо вы работаете в компании из 10 разработчиков, поддерживая и развивая проект, который уже 5 лет до вас развивался, тогда, естественно, качество кода, все должно быть замечательно. Но если вы пытаетесь проверить какой-то бизнес-концепт свой, своего прямого босса, и при этом не знаете, что будет дальше, вы не видите вот этих вот гарантий горизонтов, тогда не вопрос писать грязный код, быстрый код, неважно. Dirty hacks — это нормально. Это нормально при условии, что вы отдаете себе отчет, и вы знаете, что вы делаете. Это не проблема джунов. Проблема — это проблема сеньоров. Когда мы находимся в состоянии всегда чистого, красивого кода, иногда не хватает времени на то, чтобы доставлять фичи, потому что мы пишем код ради кода. Такое тоже бывает. Я руковожу командой. Естественно, моя прямая обязанность — это пойти и выбить у руководства время на рефакторинг, на переписывание, переделывание и вообще на то, чтобы мои разработчики чувствовали себя хорошо. И моя задача своим разработчикам донести, что качество кода — это тема, что вы должны писать красивый код. Но тем не менее, не стоит забывать, что это не одна сторона медали. Стороны медали всегда две. Вот. И да, в конце хочу завершить это все тем, что
Заказчики тоже люди. Заказчикам нужны деньги и фичи.